В рамках Дней Германии в Тюмени сегодня проходит второй международный фестиваль коворкинга. Напомню, коворкинг – это подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве. На фестиваль приехали представители Израиля и Германии. Они посетили «Фабрик Лофт» – проект, где сейчас работают различные мастерские. Руководители подобных центров поделились своим опытом организации рабочего пространства для сдачи в аренду. Я посмотрел ваш тюменский коворкинг. В принципе, то же самое могло находиться в Берлине, один к одному. Единственное, чего не хватает, длинных столов, за которыми работало бы большее количество людей. А построение такое же, как в Берлине. Сегодня в рамках фестиваля «Коворкинг Тюмень-2016» пройдут мастер-классы по изготовлению различных предметов интерьера. Вход свободный.